We're going to begin the service. Please make sure your cell phones are turned to the silent mode. Service will be conducted by Rabbi Eliezer Demarski. Mizmor le David, Adonai ro'i lo exor, binos deshe yarbitzeni al meminu chos yangleini. Nafshi shoevev yancheni b'magle tzedek leman shmo. Gam kielech begei tzal maves lo irara ki ata imadi. Shifticha umisham ticha hema yinach amuni. Tarok lifanai shulchan neged tzorirai. Dishanta vashemen roshi koser vaya. Ах, то вахесед ирдефуни, коль ямей хаяй, вишавти бы вейс Адоной, леорых ямим. Прежде всего, я хотел бы пригласить вас вместе со мной проявить воображение и увидеть за пределами этих стен, сколько людей на самом деле присутствует сегодня, в день, когда мы прощаемся с Ариком, намного больше людей, чем, к сожалению, мы лимитированы здесь, определенное количество людей в этих стенах. Но на самом деле такое огромное количество людей, жизнь которых Зарик затронул, они выливаются за пределы не только этих стен, за пределы города, за пределы этой страны. Когда Зарик родился, дом буквально наполнился светом. Он был долгожданным ребенком в семье. И эта любовь, забота и вера в него сопровождала его всю жизнь. И именно эта беспредельная, безграничная любовь со стороны родителей, со стороны сестер Анны и Риты, именно она дала ему веру в себя. И будучи с рождения от природы очень многосторонним, очень умным мальчиком, парнем, мужчиной. Именно эта вера в себя дала ему ту силу постоянно пробовать себя во всем. И чего бы он ни касался, но все превращалось в золото. Чего бы он ни касался, спорт, он был прекрасным футболистом, бизнес, любой, сумки, такси, такой разносторонний интерес и такие разносторонние способности, как будто бы он каждый раз пытался попробовать себя еще в чем-то. Он не мог быть вот, зациклиться на одном, вот с 9 до 5, как многие люди умеют, 40 лет работа на одном месте. Это было не для него. Он постоянно пробовал себя в чем-то в новом. И вот этим он жил. И вот поэтому он был молод. Молодость, она не определяется годами. Ведь недавно праздновали несколько лет, 70 лет ему. Молодость не определяется годами, а интересом к жизни. Постоянный рост, постоянная вот пытливость, интерес – это молодость. Он был молод всю свою жизнь. И опять-таки вот эта любовь со стороны семьи, знание, что всегда за тобой кто-то стоит, что тебя кто-то любит, есть дом, куда можно прийти. И, конечно, Галя была наверху этой пирамиды его близких. И он не переставал об этом думать и говорить. Мы часто осознаем, что мы потеряли, когда мы потеряли. Не все способны ценить, пока оно есть. И вот он умел ценить. Он умел ценить и об этом говорить. Зарика всю жизнь окружало огромное количество
людей, огромное количество друзей. Он привез всю свою семью сюда. Сколько людей прошло через его дом. Двери постоянно открыты для всех. И все это делалось с улыбкой, с юмором. Всегда вот такое вот светлое, положительное отношение. И секрет того, что столько людей к нему тянулись, потому что он в каждом видел только хорошее. У него была способность. Мы знаем, что нет человека, который только хороший. В каждом есть порции того и другого, но способность увидеть хорошее. Плохое мы всегда, каждый сможет заметить, но способность увидеть хорошее – это способность, это талант. Он мог увидеть в каждом хорошее. И поэтому каждый, кого бы ни спросить, даже вот всех, кто сидит в этом зале, каждый может что-то хорошее о нем сказать. Потому что он затронул жизнь, буквально осветил и затронул жизнь каждого, кто прошел через него. Вот такая вот яркая натура. Он был прекрасным сыном. Он был прекрасным братом. Сегодня Инна и Лена, его племянницы здесь с нами. Виталик. Это его семья, это самые близкие. Самые близкие, которые остались самыми близкими. И последние годы были очень тяжелыми. Но не потому, что вы думаете. Он болел. И с этим, конечно, связаны боли, испытания. Но страдал он не от этого. Часто мы мешаем в одно слово, по-английски говорят, pain and sufferings. Мы говорим, у человека были, he had pain and sufferings. Но pain и sufferings, боль и страдания, это две разные вещи. Человек может иметь боль, но не страдать. Если человек идет на что-то ради чего-то, женщина может иметь какую-то космическую процедуру, которая очень painful, но она не страдает, потому что она хочет, она знает для чего. У него была боль от болезни, но страдания не от нее, а страдания от того, что он не мог общаться с людьми. Из-за ковида было ограниченное количество людей, кто мог его... И вот именно одиночество, вот это было его страдание, потому что он этим жил. Он жил общением с людьми. Большое количество людей, большое количество друзей, очень хорошая и теплая семья. И опять-таки вот этот свет, который окружал его ореол с момента рождения, он с ним прошел всю его жизнь. Зарик для меня ассоциируется словом «заря», свет. И я уверен, что все, кто его знал, на всю жизнь всегда с ним будет ассоциироваться что-то светлое и что-то теплое. Я знаю, я говорил, что каждый присутствующий здесь может что-то хорошее сказать, но у нас нет возможности. Но может возможность быть потом уже, в другие дни, людям поделиться и сказать. Но сегодня я бы хотел пригласить Инну, его племянницу, сказать несколько слов от имени семьи, пожалуйста. Сегодняшний день очень тяжелый для нас всех. Мне было бы легче горевать в молчании и не волноваться, что я не смогу найти правильных слов и вообще не смогу найти слова. Возможно, что и вам было бы легче сейчас в тишине. Но давайте объединим наше молчание, нашу тишину и разделим наше горе и невосполнимую утрату. Царик ушел, муж для Галочки, отец для Виталика, брат для Анны и Риты и дядя для Леночки и меня. И преданный друг для бесконечного числа людей. У нас у каждого останутся наши личные воспоминания и особо памятные моменты, которые мы навсегда сохраним в наших сердцах. И эти моменты, воспоминания будут радостные, будут светлые, потому что так как Зарик любил эту жизнь, я не знаю никого.
Он был жизнелюб, он был бесконечно щедрым, и он был любим всеми. Я знаю точно одну вещь. Зарик хотел бы, чтобы мы думали только о самых счастливых моментах, которые он нам подарил. Для меня он навсегда останется любимым дядей, которого я никогда не называла дядей, а просто Зарик. А он шутку спрашивал Леночку и меня, почему мы называем его сестер тетями и на вы, а его просто Зарик и на ты. Да потому что он для всех был на ты. Возраст, положение, статус не имели никакого значения. Нам всем бесконечно повезло, что Зарик был частью наших судеб, частью наших жизней, частью нашей жизни. Мы будем всегда его помнить, пока живем. Большое количество людей, большое количество цветов, прекрасных цветов. Человек, каждый из нас, мы приходим в этот мир, и каждый из нас выбирает путь, проживает по-своему и оставляет свою память, свой след. У кого-то длинный след, короткий, светлый, темный. И не каждому удается прожить, вот так, как прожил Зарик, оставить такой яркий свет. Яркий свет и в памяти семьи, и затронуть сердца так многих людей. Он прожил достойно, и бесспорно мир светлее. Мир стал светлее с его жизнью и стал темнее, к сожалению, с его уходом. И мы молимся, чтобы Бог отметил его заслуги и вознаградил его за все хорошее. За все хорошее, что он сделал в своей жизни, скольким людям он помог. Был готов буквально снять рубашку, отдать рубашку со своего тела, буквально. И все это останется, ничто не забыто, никакие детали его прекрасного поведения, оно все останется. И он будет вознагражден. Мы молимся, чтобы Бог не забыл ни одну деталь, не упустил из внимания, и чтобы его душа заняла самое высокое почетное место среди еврейских героев. Я прочту эту молитву, попрошу всех встать и в конце ответить «Аминь». El male rachamim shoichen bamrovomim Hamtze menucha nechona al kanfei ashchina B'malos gdoshim v'torim ki zohar rakia mazchirim Es nishmas Zachar ben Yaakov shalach lelamo. Bavur shemishpoch tetiten ledzedoka bat askoras nishmaso. Beganeiden tihye menuchaso. Lachen balarachamim yastirehu beseser knafav lelamim. ויצרור בצרור החיים אס נשמסו, אדוני הוא נחל עשו. וינוח בשלום על משכבו, ונאמר אמן. אמן. Садись, пожалуйста, please take your seats. Interment will take place at Memorial Park Cemetery in Skokie, approximately a 10-minute drive-in procession. Please be aware that the cemetery only allows 25 people at the graveside maximum, so the family will take priority at the graveside. For those of you who will be going in procession, please obtain an orange funeral sticker for your car, and please have your bright headlights on at all times and stay as close to the car in front of you as safety will permit in order to avoid gaps in the procession. Large gaps in the procession can be dangerous, especially intersections.
Following the interment, the family is inviting everyone to Zhivago restaurant for a memorial luncheon. The following persons have been selected as pallbearers: Rusty Chizhevsky, Michael Chizhevsky, Michael Burns, Alex Krizhevsky, Zhenya Zelensky, and Roman Zemlyansky. Please rise in silent tribute as the gentlemen whose names I've called step forward to help escort the casket from the chapel. Please rise.